А вот так отдыхают американцы на пляже. Посмотрите, ставят стульчики. Тут же есть мангалы, свои привозить не надо. Кто-то змеев пускает. Тепло, я забыла кофту, футболочки, даже в маечке. Но, тем не менее, нормально. Колоритненько. Обратите внимание, как много мексиканцев. Вот тут вообще примерно 30-40% в зависимости от города, больше всего Санта-Ане. Шезлонги с собой не привозят, а вот стульчики всегда везде возят с собой. Тут, кстати, есть и ресторанчик, и туалеты вон впереди. Пахнет шашлыками. Вот, кстати, мангал. Не обратила внимания ваше. Вот, посмотрите. Let's go. Парковка, по-моему, доллар минута стоит. Тут доллар час стоит. Сами пляжи бесплатные. Меня уверяли, что пляжи платные. Нет, платных пляжей здесь нет. Несется. Здесь быстрее всего приезжают именно пожарные машины, там парамедики, они, как правило, оказывают первую помощь, потом уже подъезжают полицейские, и медики уже почему-то, как правило, самые последние приезжают. Вот душ, обратите внимание. Моются колоритные девчонки. Вода достаточно прохладная, бодрящая. Ну, душ есть, туалеты есть. What? Yes. Что-то я даже не знаю, как у них змеи по-английски называются. Немножко эротики вам. Ленту. Вот, обратите внимание, какой симпатичный дом на мысу. Огромный дом с шикарным видом. Вот моя мечта на мысу и с таким видом. Кафешка, кстати, закрыта. Может быть, она по воскресеньям не работает. Не знаю, если честно. Народ загружается. Вот такие модные штучки для перевозки детей, продуктов. Дальше мы не пойдем, возвращаемся на детскую площадку. Вот еще один душик, это для мытья ног. Эти детишек моют. Лесенка наверх, кому не хватило парковки, можно парковаться вдоль дороги. Бесплатно. Если здесь платно, то вдоль дороги будет бесплатно. Народ потихоньку разъезжается. Здесь абсолютно на любом пляже есть такие удобства. Единственное, что детские площадки есть не на каждом пляже. Поэтому ездим сюда. И дежурят спасатели, которые смотрят, чтобы не тонули. Не знаю, я в новостях не вижу, чтобы кто-то тонул. Но, наверное, такие случаи бывают. Здесь запрещен алкоголь на пляже. Ну, я знаю, некоторый народ там наливает спортивные бутылки. Не будем показывать пальцем кто. И потом используют это на пляже.
парковка вся занята. Меня спрашивают, где люди, почему они не гуляют там, где я живу. Ну вот согласитесь, да, смысл гулять там, где я живу, если можно сесть на машину и приехать погулять на пляже, встретиться с друзьями, посидеть, подышать океаном. Когда я жила возле океана, там было удобнее, конечно. Там спустился и пошел гулять вдоль пляжа, сел на велосипед, поехал. Сейчас же, чтобы на велосипеде покататься вдоль пляжа, это нужно вешать крепление. Это не на мой Мерседес не повесишь, это нужно на X7 вешать. А там у меня лимит по майлджу, то есть особо далеко на нем не наездишься. Что весь народ на пляже и с собачками тут гуляет, и купаются, и рисуют. Все тихо, спокойно, культурно, без пьяных воплей. Ну, мусор, вот видите, я не знаю, вывозят ли его по пятницам, субботам, скорее всего, нет. Вот накапливается за выходные. Народ уже потихоньку собирается. Вот еще одна спасательная будка. Спасатель. Мне ребята говорят, устрой сына работать спасателем. Я говорю, у него разрешения нет и будет, скорее всего, только через полгода. Хотя все его друзья работают без разрешения, за кэш. Мальчик, с которым он сидел в приюте, Дима из Украины, он уже в Сиэтле, работает, собирает кухни, зарабатывает 5-6 тысяч долларов в месяц. Диме на момент перехода границы было 17 лет, он переходил с тремя друзьями из Украины, им было по 18, Диме 17. Дима отсидел 3 недели в шелтере, где познакомился с моим сыном. И ровно в 18 лет его отпустили. Он уже уехал к друзьям в Сиэтл, зарабатывая деньги. Его семья, его родители остались в Украине. Он здесь, у него здесь родственников нет. Так же, в принципе, как и у других ребят. Приехали и пошли сразу работать за кэш. Кстати, послушайте музыку на бэкграунде. Слышно? Русские везде. Наши русские ребята. А это наша любимая детская площадка. А это перелетные птицы полетели на север, на лето, в сторону Сан-Франциско, Сиэтла. А осенью полетят обратно на юг, в сторону Сан-Диего и Мексику. Видно вам? Они так красиво сейчас над нами пролетели, не успела снять. Ну вот и все. Закончился еще один день. Всем отличной трудовой недели. Пока-пока!